помолчи. Папаньку, любил ли ты в своей жизни кого-нибудь по-настоящему? Тебя ебет. И еще, можешь, пожалуйста, поделиться моментом, когда ты был по-настоящему искренне счастлив. Сори, если вдруг лезу в личное. Добра тебе, ты самый лучший стример 3. Спасибо, но вопрос, конечно, пиздец. Вот мечтаю поделиться с каждым, я не знаю, зрителем, просто мечтаю. Лол какой-то. Счастлив я, достаточно часто, кстати, ну. Каждый отдельный момент вспоминать. Да и в любом случае, ну, действительно, какие-то личные вопросы, я не знаю. Я не знаю, кому, как вообще кому-то в голову может прийти спросить, ну, подобные вещи, грубо говоря, незнакомого человека. Я бы даже прям какого-то знакомого человека бы такое не спросил, ну, типа, знаете, которого знаешь, там, да даже хотя бы, там, полгода, год, там, да даже два года спрашивать такие вещи. Вол. Я вообще не понимаю. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Благодарю за помощь. Пап, тебе когда-то бросали? Блядь. Как забывал и отвлекаться. Бросила 10-10 девушка. Тип, я уделяю ей времени меньше, чем работе. Точка, я не терпила. Бегать за ней не стал. Она вернулась, извинялась и после встречи снова бросила еще, говорит, нашла себе нового XD. Блядь, это такая история, я даже не знаю, на чем остановиться. Бля, это что я только что выслушал, я не знаю. Первое мое мнение, вообще мое первое мнение, то, что ты даун. Это, ну, не в обиду. То есть, сначала ты рассказываешь, что у тебя было 10 на 10 тян, да? Ты не уделял внимания, она тебя поэтому бросила. Вау, ты гений. Ты не уделял внимания, потому что ты не терпила. Что? Это какая-то нереальная хуйня. То есть, а теперь ты недоволен, блядь, почему-то? Так ты же не терпила. Я вообще... Что я только что услышал? Потом вернулась, значит, и еще раз бросила. И у тебя... И бомбанула у тебя только тогда, когда она тебе похвасталась, что у нее чил есть. Вместо тебя. Короче, я не знаю, какая у тебя система ценностей в жизни вообще в целом. Ну, типа, если есть что-то, то, что реально 10 на 10, то, ну, как бы, наверное, ну... 10 на 10 подразумевает, что... 10 на 10 подразумевает, что ничего лучше быть не может, теоретически. Разве нет? Ну, то есть... По моей логике, достаточно простой. Есть или есть что-либо, 10 из 10, неважно, предмет какой-либо, девка, что угодно, ну, кто угодно, что угодно. То есть, значит, ничего лучше быть не может, в принципе. То есть, ты мне хочешь сказать, что, короче, хуйня какая-то нереальная. Либо ты даун, либо это какая-то хуйня нереальная. Одно из двух. Вот мой ответ.